Умка-мол – это отличные товары за смешные деньги. Аксессуары для телефона, полезные мелочи, бьюти-гаджеты и товары для детей. В Умке есть все. Только в Умка-мол регулярные акции и скидки до 99%, благодаря чему товары можно приобрести от 1 рубля. Умка-мол – это быстрая и бесплатная доставка в страны СНГ, вне зависимости от стоимости заказа. Умка-мол – это профессиональный колл-центр, который находится в Москве и проконсультирует вас по вопросам покупки. В Умка-мол хорошие товары доступны каждому. Ссылка на магазин находится под видео в описании. Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress, и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Порою открутить винты или саморезы не всегда получается по причине того, что они или закисают, или ржавеют, или же банально слишком сильно закручены. В любом случае можно легко испортить не только пазы винта или самореза, но и рабочую поверхность самой отвертки. Чтобы не было таких проблем, стоит обзавестись ударной отверткой, способной открутить любой винт или саморез. Ударная отвертка работает в обоих направлениях, то есть она имеет реверсивный механизм, позволяющий как откручивать винты, так и закручивать их с повышенным усилием. В наборе, кроме самой ударной отвертки, присутствует 13 сегментных бит, благодаря наличию которых можно откручивать практически любые размеры винтов или саморезов, имеющих и классические пазы в виде крестика, для которых требуется крестовая отвертка. Собираясь на автомобиле в дальний путь, а также при ночной езде, автолюбителю следует позаботиться о том, чтобы не заснуть за рулем. При сильном утомлении человек не способен побороть сон, вне зависимости от водительского стажа и состояния здоровья. Есть отличное решение для данного вопроса, и этим стоит пользоваться непременно. Это наушники антисон, которые разбудят водителя сигналом при первых симптомах сна. Устройство представляет собой наушник, работающий от встроенной батареи таблетки AG3, которая присутствует в комплекте. Кнопка включения позволяет отключить устройство, когда оно не используется. Наушник выдает пронзительный сигнал при достижении угла наклона головы водителя примерно в 15-20 градусов, что происходит в начальной стадии засыпания, когда человек начинает клевать носом. Наушники антисон – это не игрушка, а настоящий ангел-хранитель в дальней дороге. Гаечные ключи в автомобиле – это инструменты первой необходимости. Однако не всегда можно найти среди них те, которые нужны в данный момент. Чтобы навсегда забыть про поиски подходящего ключа, нужно всего лишь купить универсальный ключ, с помощью которого можно открутить гайки и болты от 7 до 15 мм. Механизм ключа выполнен в виде рычага по принципу пассатижей, поэтому при откручивании можно максимально сильно зажать гайку или головку болта, что позволит открутить их даже при наличии поврежденных граней. Перед покупкой можно выбрать один из вариантов – с открытой головкой, как у гаечного ключа, или с закрытой головкой, как у накидного ключа. Такой универсальный ключ должен быть у каждого автовладельца, чтобы под рукой был всегда верный помощник при ремонте авто. Для того, чтобы закрепить грузы на багажнике легкового автомобиля или на бортовой платформе грузовика, необходимо запастись специальными стяжками, позволяющими сделать это быстро и надежно. Стяжка представляет собой прочную синтетическую полиэфирную плетеную ленту шириной 2,5 см и длиной 6 метров, способную выдерживать нагрузку до 600 кг. Удобство закрепления груза заключается в том, что стяжка оснащена зажимом, работающим по принципу трещотки. С такой трещоткой закрепить стяжку сможет даже ребенок, ведь это так просто. Ремень для стяжки багажа может пригодиться в разных непредвиденных ситуациях, поэтому лучше иметь его в багажнике, чтобы в любой момент можно было им воспользоваться. Эти ароматические эфирные масла представляют собой натуральные экстракты, имеющие в своем составе масло лаванды, косточек винограда и оливы, в которые добавлены ароматизаторы. При покупке можно выбрать один из 12 ароматов, таких как апельсин, лимон, бергамот, грейпфрут и так далее. Ароматические масла можно использовать для принятия ванн, для массажа, а также в автомобильных освежителях воздуха. При этом надо понимать, что это концентрат, который надо растворить, так в зависимости от требуемой интенсивности ароматизации эфирные масла добавляют всего лишь несколько капель, и этого достаточно.
При поездках с детьми в автомобиле и особенно на дальние расстояния необходимо тщательно подготовиться. А для того, чтобы они не отвлекали водителя во время движения, им нужно создать удобство для пользования гаджетами. Для того, чтобы надежно закрепить смартфон или планшет для задних пассажиров, стоит воспользоваться удобным и очень функциональным держателем планшета. Держатель крепится на передний подголовник, абсолютно не мешая тому, кто сидит впереди. Зажимы держателя удобно раздвигаются, подстраиваются под разные размеры гаджетов, а возможность перемещать и вращать планшет вместе с держателем позволит каждому подстроить экран для лучшего восприятия изображения. Держатель планшета создаст удобство и комфорт для пассажиров заднего ряда, и дальнее путешествие не будет казаться им столь утомительным, как раньше. Во время рыбалки или просто отдыха на природе часто возникает необходимость освещения места отдыха. Если для этого включить фары на автомобиле, то аккумулятор очень быстро разрядится. Да и сидеть ослепленным светом фар не очень приятное занятие. Все меняется, когда в машине найдется вот такой светодиодный фонарь, предназначенный для освещения кемпинга. Светодиодный прожектор расходует очень мало энергии, и аккумулятора автомобиля хватит надолго. А благодаря тому, что фонарь закрепляется на телескопическом удилище, он прекрасно освещает очень большую площадь за счет того, что светит сверху. При покупке можно выбрать фонарь с одной, двумя или четырьмя светодиодными лампами, по 10 Вт каждая. Если вы любитель отдыхать на природе, то такой фонарь будет незаменимым помощником, который сделает ваш отдых комфортным и очень светлым. Дети в машине часто засыпают при движении, и при этом возникает опасность того, что они могут удариться головой. Это особенно опасно на плохой дороге для маленьких детей. Чтобы обезопасить ребенка, необходимо купить специальный подголовник с поддержкой головы для детей от 2 лет и старше. Подголовник выполнен из очень мягкого и приятного материала, состоящего из хлопка и полиэстера. Этот подголовник выполнен так удобно и эргономично, что совершенно не мешает ребенку и не создает неудобств. Если ребенок спит в автомобиле при движении, с таким подголовником вы будете уверены в том, что ничего не помешает спокойному сну ребенка, и он не ударится головой о детали салона авто. Безопасность ребенка прежде всего, и поэтому купить такой подголовник с поддержкой головы для сна ребенка рекомендуется всем, кто ездит на авто с маленькими детьми. Для тех, кто любит снимать экшен-видеоролики, а также тем, кто профессионально занимается созданием фильмов, обязательно пригодится вот такой прекрасный стабилизатор. Этот стабилизатор предназначен для закрепления камеры на кузове автомобиля для того, чтобы снимать видео при движении на высоких скоростях. Четыре мощные присоски, которыми закрепляется вся конструкция, позволяют добиться максимальной фиксации кронштейна стабилизатора, который практически невозможно оторвать руками. Снимать видео при движении автомобиля другими способами просто невозможно, особенно на высоких скоростях и с виражами. Поэтому для этих целей все равно придется приобрести такой стабилизатор, с которым у вас получатся прекрасные ролики, способные заворожить каждого зрителя. Очередной портативный насос для подкачки шин автомобиля покорил сердца многих автолюбителей. Насосов в продаже много, но такой удобный прибор встретишь не всегда. Во-первых, он, как другие насосы, работает от прикуривателя автомобиля, но на этом его преимущество только начинается. Во-вторых, насос оснащен электронным табло и системой регулировки давления при накачке. Вам просто надо установить нужное значение давления, и насос сам накачает колесо именно до такого уровня. Электронный дисплей светит приятным голубым светом, не ослепляя в ночное время, и прекрасно показывает значение в светлое время суток. Насос оснащен светодиодным фиксатором, что делает его незаменимым помощником водителя в разных непредвиденных ситуациях. Водонепроницаемый мешок для мусора. В машине места всегда мало, и это естественно, ведь водителю приходится возить с собой не только документы, но и множество необходимых в дороге вещей. Ну а если добавить к этому частые выезды с семейством, то без мусорных пакетов точно не обойтись. На такой случай и специально для автомобилистов продавцы AliExpress предусмотрели отличные самоклеющиеся мешки из биоразлагаемого пластика, которые крепятся в любое удобное место в салоне. Провели пальцем по верхней части пакета и готово. Интересно и то, что в основании
основании такого мешка есть абсорбирующая прослойка высокой вязкости, способная удерживать влагу внутри и купировать неприятный запах. Мешки очень вместительные, с расширяющимся дном. Набор из 5 штук стоит около 30 рублей. Незаменимая вещь для водителей, часто перевозящих маленьких детей на заднем сидении. Ведь таким пассажирам приходится то и дело менять подгузники или подтирать за ними пролитую воду. Пороги под дверь багажника. Предпочитаете, чтобы тюнинг вашего авто был не только декоративным, но и функциональным? На ваши пожелания откликнулись китайский автопроизводитель Yogon, предлагающий целую линейку порогов под крышку багажника или пятую дверь для машин почти всех марок, присутствующих на нашем рынке. Аксессуар определенно полезный, поскольку минимизирует риск повреждения бампера при погрузке или транспортировке громоздких вещей. И при этом деталь, выполненная из полированной нержавеющей стали, отличается довольно оригинальным дизайном, способным украсить любую машину. Благодаря такому стайлингу вид авто сзади становится гораздо привлекательнее. На каждом из вариантов имеются ребра жесткости, повышающие прочность изделия без дополнительного веса. Устанавливать аксессуар можно как на новый бампер для защиты от влаги и повреждений, так и на ремонтированный, чтобы замаскировать дефекты. Брызговики. В среде автомобилистов многие согласятся о важности хороших брызговиков. Такой аксессуар предотвратит попадание камней в стекло или кузов, который вылетает из-под собственных колес. Более того, с недавнего времени за отсутствие этого элемента служители ГИБДД могут штрафовать на кругленькую сумму. А поскольку при выпуске с конвейера на многих моделях установка брызговиков не предусмотрена, то этот вопрос становится еще актуальнее. В соответствующей категории на Али представлен богатый выбор аксессуаров, предназначенных для передних или задних колес. Причем они могут быть как адресными, специально под конкретную модель или марку, так и универсальными. Большинство из них изготовлено из эластичного полипропилена, либо особо прорезиненного состава, способного долго сохранять упругость и не трескаться при попадании крупного гравия. Средняя цена за такие аксессуары – около 1500 рублей. Многофункциональная складная лопата. Перед вами один из лучших образцов мультиинструмента. Лопата в брезентовой сумке для хранения, к которой прилагается прочный ремень для переноски. Ручка здесь не просто телескопическая, а служит еще и органайзером для дополнительных насадок, на которые производитель не поскупился. Двустороннее полотно, нож плюс ножовка, наконечник аварийного молотка и набор из 10 головок для съемной отвертки. В ручке хранится непосредственно держатель с кронштейном для рабочего лезвия, которое может служить не только лопатой, но и заступом, и мотыгой, и топором. Поворачивать лезвие можно как на 45 или 90 градусов, так и на 180, смотря в каком качестве вы собираетесь его использовать. Правая боковина лезвия оснащена зубчатой резьбой, благодаря которой инструмент при необходимости заменит вам двуручную пилу, а заточенной левой стороной можно пользоваться как резаком, топориком или 7-сантиметровой линейкой. В верхней части есть два шестигранных отверстия разного размера, так что лопата выполняет еще и функцию гаечного ключа. Кому больше пригодится такая потрясающая вещь, дачнику или автомобилисту, решать вам. Складная сумка-органайзер в багажник. Чтобы вещи не катались по багажнику во время движения, можно разложить все необходимое по вместительным отделениям сумки и прикрыть крышкой, которая фиксируется липучками. Конструкционное исполнение моделей, представленных на странице заказа, обусловлено их параметрами. Так, размеры маленького короба с двумя отделениями составляют 35 на 35 на 30 сантиметров, а большого с тремя отделениями 65 на 35 на 30 сантиметров. В обоих вариантах на торцах имеется по два матерчатых кармана, а на противоположных стенках по два или четыре сетчатых. Каждая из граней аксессуара укреплена картоном особой плотности, с двух сторон обшитого износостойкой тканью Oxford. На днище короба прикреплены две полоски липучек, чтобы не допустить скольжения органайзера во время торможения или резких поворотов. В салоне порядок, но все нужное под рукой. Красивые накладки на педали. Красота и функциональность. Главное, чем отличаются вот такие металлические накладки на педали. Они не только придадут индивидуальности интерьеру вашего авто, но обеспечат более надежной фиксацией подошвы на поверхности педали. В этой подборке есть модификации с противоскользящими резиновыми вставками. Такое контрастное исполнение накладок делает педали более заметными на фоне темных напольных ковриков. Помимо этого, аксессуар позволяет сохранить родную резиновую поверхность педалей, не изношенную
поношены и существенно продлить срок их службы. На странице категории можно найти накладки как в комплекте для двух или трех педалей, так и для какой-то одной. Предусмотрены варианты для автомобилей как с левым управлением, так и с правым. Средняя цена на эти аксессуары варьируется от 1100 рублей до 2000 рублей, в зависимости от размеров и количества накладок в комплекте. Подушка-одеяло в авто. Замечательный многоцелевой аксессуар, который окажется полезным в салоне любой машины. С виду это обычная подушка, достаточно упругая, чтобы служить поддержкой для спины и поясницы, и достаточно мягкая, чтобы на ней было комфортно вздремнуть во время остановки. Но есть у этой вещи еще одна изюминка, которая превращает ее в полнофункциональный и весьма современный гаджет для отдыха. Достаточно расстегнуть молнию, настроченную вдоль периметра, и перед вами развернется легкое и теплое одеяло, а это уже по-настоящему незаменимая вещь в любой поездке. Аксессуар выпускается в двух вариантах: подушка 40 на 40 сантиметров с одеялом 1 метр на 1,5 метра и подушка 45 на 45 сантиметров с одеялом 1,20 на 1,60 сантиметров. И плюс к этому выбор из 25 дизайнов чехла на лицевой части. Компактно, удобно и максимально комфортно. Уплотнительная резинка лобового стекла. И зачем нам это нужно, скажете вы, ведь лобовое стекло уже и так сидит в уплотнительном каркасе для повышенной надежности фиксации. Но этот аксессуар нужен не только для снижения вибрации стекла во время движения по некачественным покрытиям, но и для того, чтобы оградить салон автомобиля от вездесущей пыли и не всегда приятных шумов двигателя. Обычно такие резинки устанавливаются при нарушении геометрии кузова и нивелировании мелких последствий. Но в данном случае аксессуар прослужит еще и отличной защитой штатного уплотнителя от влаги и пыли. Сделана такая резинка из модифицированного каучука с повышенными показателями прочности на растяжении и износостойкости и водонепроницаемости. Она весьма эластична, устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и высокой температуры, обладает превосходными шумоподавляющими свойствами. Стоимость одного лота длиной 1,6 метра около 270 рублей. Электрокотел для подогрева двигателя. Современное и весьма практичное решение предпускового подогрева двигателя. Гибкая нагревающая мембрана с пультом управления. Нагревательные пластины такого формата отлично себя зарекомендовали при установке на картеры, гидробаки, топливные резервуары и масляные поддоны, на блоки двигателя, на элементы трансмиссии, насосов и гидравлики. Сама плата оснащена особым покрытием, устойчивым к стиранию и химическим воздействиям, например, агрессивной средой масла или бензина. Питание автономное от бортовой 12-вольтной сети. Предел температур нагрева варьируется от 120 до 180 градусов в зависимости от места установки. Управление подогревом может осуществляться по любому из четырех режимов с автоматическим отключением через 30, 20 или 10 минут или быстрый нагрев кнопка D. Благодаря гибкости мембраны устанавливать ее можно на любом участке. Достаточно обезжирить контактную поверхность, удалить защитное покрытие и приклеить пластину в нужное место. Подогрев начинается сразу с момента подключения к сети и выбора соответствующего режима на пульте. Одеяло для борьбы с огнем. Несмотря на то, что этот противопожарный аксессуар можно назвать одеялом только с большой натяжкой, свою функцию борьбы с огнем он выполняет совершенно безупречно. Полотно размером 100 на 100 сантиметров изготовлено из особого стекловолоконного материала, усилено чрезвычайно огнестойкими базальтовыми вплетениями. Это надежное подручное средство, незаменимое в ситуациях, когда требуется быстро сбить пламя и перекрыть доступ кислорода к небольшому по площади очагу внезапного возгорания. Одеяло пригодится и в бытовых условиях. Например, если на человеке загорелась одежда, при возгорании жира во время готовки или когда воспламеняется зарядное устройство, бытовая техника, электроинструменты во время ремонта. Одеяло из стекловолокна абсолютно не токсично, легко очищается, не деформируется после использования и последующей стирки. Но главное, в отличие от огнетушителей, никогда не дает осечек. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. И обязательно напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорых встреч!